Все не ладится, бывает, словно воск надежда тает, и душа не верит в чудеса. Мир неправ, жесток и тесен, он тебе не интересен, и тогда ты смотришь в небеса. В этот миг, сам того не сознавая, ты опять рождаешься на свет. Облака узор на блюдце оживают и смеются, и медведи с плюшем лучший друг. Вот и ты вспомни, как бежал по лужам, как искрился радугой твой смех. Что наши чувства, наши мысли, отразившись в горне мысли, это мир, который есть сейчас. Как, зачем столько зла и боли нам на этой маленькой земле? До встречи во втором отделении на трак 20 минут.